Всем привет! Нахожусь сейчас в Rixos Antalya. Это будет первый отель из серии Rixos, который я сниму в этот свой приезд в Турции. Буду снимать 4 Rixos, вот Rixos Antalya будет первым. Как можно смотреть видео? Вначале мы посмотрим территорию, дальше сделаем обзор пляжа, детского клуба, и в конце вы сможете увидеть два типа номера. Будет только два, потому что заполняемость отелей, в том числе Rixos, всех очень большая. Максимальное количество номеров, то, что будет, возможно, мы посмотрим. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди у нас будет еще Rixos Кикирова, Rixos Бельдиби и Rixos Англии. Приятного просмотра! Сниму вам лобби с лифта. Итак, приступаем к съемкам первого Rixos, Rixos Antalya. Rixos Downtown Antalya. Снимаю вам лобби. Такие капсулы. Лифты. Спокойный отель, приятная атмосфера. Этот отель, если сравнивать с другими Rixos, всегда был более спокойный, для более релакс отдыха. Была здесь я в рекламном туре, по-моему, 2 года назад тоже снимала этот отель. В принципе, не сильно он изменился по какой-то цветовой палитре. Все так же выдержано. Приятная цветовая гамма. Красивые люстры. Заполняемость отеля 100%, как у всех Rixos сейчас. Это сейчас июль. Сейчас у нас конец июня месяца, все Rixos заполнены, в том числе Rixos Antalya. Посмотрим, что у нас здесь по алкоголю на лобби. Ну, в Rixos вообще все есть, насколько вы знаете. И пойдем смотреть саму территорию. Это у нас второй этаж в лобби. Территория отеля из номера Deluxe Family Suite. Красота, какие виды здесь потрясающие. Большой бассейн. Пройдемся по всей террасе. Активную анимацию проводят. Вообще виды клевые. Очень красиво. И на море, и на город, и колесо обозрения видно. И сейчас вам покажу с этой стороны, какая терраса. Новый ресторан Turunch в этом году с концепцией вау-вау и новым итальянским шеф-поваром. Какие-то здесь оригинальные блюда подают. Посещение $20 с человека. Расположено перед, возле главного здания, возле ресепшн. И дальше вот идем смотреть территорию вглубь.
Проходим новый лаунж, в этом году открыли. В отеле два бассейна отдельных. Вот этот бассейн с подогревом в зимний период. Рядом находится также спа. Второй бассейн. В нем есть зона для деток. Детская зона без подогрева, а тот бассейн, который второй мы прошли, он подогревался также и весной, когда было еще прохладно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вечерняя программа, живая музыка или диджей, а вот, вот там, видишь, там беленькая. Сэнс, да? А-ля карт. Какая кухня там? Средиземноморская кухня. Посмотрим, подойдем ближе к Сэнс. Все а-ля карты платные. Вот так. Здесь у нас днем снэк-бар с дневного вечера до вечернего, а по меню можно выбрать какие-то себе снэки в этой зоне. Возле бассейна, зона возле бассейна, бассейн прям вот за вот этим баром. Есть у нас также в отеле зона кальянная. Кальян стоит $25 в этом сезоне. Зона находится возле бассейнов. Там можно тоже купить всякие снасти. По поводу тенниса. Что у нас по активностям? Есть баскетбол, волейбол, футбол и теннисные корты. Теннисные корты можно использовать бесплатно при наличии своих ракеток, мячика. Если нужно вечером включить подсветку, тогда это за дополнительную плату. Рикси Клаб. Под навесом. А для детей иногда есть. Заходим внутрь. Ага. Для деток, вот смотрите, баскетбольные кольца низкие. Слушай, я не выхожу на улицу. Детский мир Рикси Клаб. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Детки у нас занимаются. Что ты там делаешь? Мощница есть. Какая-то скалолазка небольшая. Также можно взять на прокат электросамокат и покататься по территории, 6 евро полчаса. Ну, приблизительно такая цена. На улице. На улице катаемся. Велосипеды бесплатно можно взять здесь же. А до старого города сколько отсюда? Ехать? Ага. На велосипеде можно 15-20 минут. Отлично. А на машине? На машине тут уже очень близко. Променад такой. А куда вот он идет, променад? Это идет на главную улицу, на главную дорогу к старому городу. Ага. А если вниз спуститься, там, что мы и сделаем, там будет набережная Понялки. Угу. Я предлагаю пойти лестнице. Там очень красивая лестница. Давай. Ну давай так пройдем.
А от самого Каньялты, я вот ехала с Каньялты сегодня 10 минут. 10 минут максимум. Я не настолько хорошо знаю город, чтобы понять, откуда я ехала. Каньялты, вот это вот все, это Каньялты. Центр города у нас как раз вот мы находимся руку. Между Коньялты и Мурат-Паша. Это два района самых хороших. Сейчас спустимся на лифте или на лестнице. Мы будем спускаться по лестничке к пляжу. Также есть лифт. И также есть шаттл. Шаттл каждый час. С пляжа он едет в 00, а с ресепшена машинка отправляется в половину. Мы уже спускаемся с лестницы. Такой вот вид на подходе к пляжу. Набережная Каньялты. Идем к пляжу. Машин нет, переходим. Здесь у нас галечка, да, будет? Да. Также по всему городу тоже раскиданы такие электросамокаты. И сколько по городу есть собрать самокаты? По городу, ну, зависит от того, есть ли документы местные или жительства. Я даже не уверена, как, не знаю точнее, как берут в аренду. Позволено им, да? Ой, слушай, так удобно, что езди прогуляться за территорию отеля, вообще клево. Я думала, отель как бы немножко на отшибе, если честно, так вот. А он прям, да, в центре. Пляж у вас своя зона? Да. Заходим на приватную зону пляжа Рикса Санталия. Полотенце, вот. Такая музычка такая клевая. А на пляже снэк-бар есть? Или там? А где там? Кто это? По меню. По меню здесь? По меню здесь. А, снэки? Везде QR-кодики. По QR-кодику также вылазит меню, выбираешь по меню и все тебе приносят. Хоть к лежаку, хоть сюда. Сейчас пойдем посмотрим, какой заход у нас. Так, ну и вот, собственно, заход у нас в морька. Смотрите, купаются детки. А по заходу, заход комфортный, я вижу по галечке. Смотрите, галечка мелкая. Сейчас помочим ножки. Но единственное, что вижу, что довольно крутой спуск. Скажем так, с детками 1-2 годика, да? Вот глубоко прям не зайдешь, потому что такой, да, спосик. Виды красивые. Пляж отличный. Лежаков всем хватает, смотрите, сколько свободных. С лежаками проблем нет.
бар на пляже. Меню все постное к бару. По меню, откуда его приносят. Потому что так внешне как бы типа не видно, что есть здесь снэк. Вот это вот зона кухни. Вот здесь готовят, то есть еду. Если не хватает, нужно больше, то носят с центрального здания. Вот этот вот бар. Смотрим первый номер Deluxe Family Suite. Большой номер. Красивый, просторный. Диван, телевизор. Большая терраса. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая терраса красивая, большая, красивый вид. Вот это одна часть. И сейчас вторую покажу. Следующий номер мы будем снимать, это стандарт. Тоже большой просторный номер. Новинка этого года, это вот новый сиреневый диванчик. Раньше там был диван намного меньше размера. Сейчас здесь поместится, да, вот ребенок лет до 12. Максимальное размещение этого номера 2+1 или 3 взрослых. Так, смотрим. Красивый большой номер. Все как у Риксов. А этот номер Connection. То есть точно такой же через эту дверь. То есть если большая семья и нужна двухкомнатный номер, вот, пожалуйста, можно законнектить два стандарта. Ванная. Что у нас по косметике, посмотрим. Анджиана. И здесь у нас большая душевая кабина. Понятно, тапочки, полотенца и, ну, как все остальное в другом номере. По поводу размещения. То есть или 2+1 здесь можно поместить, или 3 взрослых. Зеркало тоже есть. Вот, а что еще мне сказали? Этот диванчик, то есть для взрослого, я ростом 1,76 м, как бы да, маловат. По запросу можно будет поставить дополнительное спальное место, отдельную кровать по запросу. То есть если мы бронируем в этот номер 3 взрослых, то, пожалуйста, пишите запросы на отдельную кровать. Вот, тоже терраса у нас есть с двумя стульчиками и таким же видом. Таким же прекрасным видом на новый, видите, новый а-ля-карт, как я говорила, и на территорию. То есть территории существенно изменились с прошлого года. Видите, она стала такая более открытая и очень красивая. Риксы, идем смотреть саму территорию. Также в каждом номере, естественно, бесплатный сейф. Все вот такие принадлежности, ложечка для обуви. Большой шкаф с ящиками. Вешалки. И давайте посмотрим, что у нас есть в мини-баре. Так, и мини-бар. Водичка, соки и, да, сладкие напитки. Здесь у нас в номере еще есть кофемашина, чайничек. Посмотрим теперь ванную комнату, что у нас в ванной. Сегодня ароматерапия, но ее может не быть. Косметика. В каждом номере, естественно, халаты, тапочки. Вторая шикарная часть. Террасы, смотрите, с лежаками, с красивым видом.